слов о фестивале расскажите, пожалуйста. Замечательный фестиваль, праздник у нас сегодня большой, мы к нему долго готовились, шли ответственно очень и надеемся, что очень хорошо выступим. И вообще, как вы сейчас, довольны выступлением ваших воспитанников? Конечно, безусловно, руководитель не может быть недоволен, мы, конечно, можем... Учитываем замечания, конечно же, все, но мы очень рады, что ребята занимаются, что у ребят есть возможность выступать на сцене, что ребята ставят перед собой цели высокие, амбициозные, и к ним двигаются. Это очень здорово.